Алло, Вадим, ты где? В смысле, в офисе? Как совещание? Ну, у меня все готово. Таня с Ромой уже подъезжают, звонили. И что делать? Ты горячим успеешь хотя бы? Хорошо, жду. У меня для тебя есть новость. Потом. У меня всего лишь час. Хорошо, это очень важно. А что случилось? Спасибо. Я сегодня сделала тест. Я беременна. Вот так новость. Вадим, я не хочу на тебя давить, я тебя... очень сильно люблю. Правда. Ты прекрасно знаешь, как долго я мирилась с положением любовницы. Ну, так дальше продолжаться не может. Я теперь в ответе не только за себя, но и за малыша. Я не хочу, чтобы он рос непонятно кем при живом отце, который женат на другой женщине. Ты должен что-то решить. Ты знаешь, я всегда мечтал о мальчике. Правда? Угу. Я уверен, что будет мальчик. Я тоже так думаю. Сын? Класс. Береза, спасибо тебе большое. Я так люблю. Прекрасный возраст сейчас. Точно, как в анекдоте. 40 лет – удивительный возраст. Одна подруга стала бабушкой, вторая ушла в декрет. Цветы дари. Ну, проходите. А давайте выпьем. Сейчас выпьем. Пойдем. Вкусненько пахнет. Да. Проходите, садитесь. Как красиво. А что, это рыба? Это лосось с каперсами. Вау. Ром, ну ты что, с голодного края, что ли? Подождем хотя бы хозяина. Ладно, пока хозяин задерживается, ну, можно начинать уже закусывать. Ну, не знаю, я бы Вадима подождала. А мне кажется, он пришел. Дорогая, я дома. Я пойду. Пойди. Привет. С днем рождения. Это тебе. Ух ты, спасибо. Ну, чего там так долго, Мариш? Идите к нам, мы вас ждем. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите за опоздание. Ничего. Добрый вечер. Форс-мажор. С именинницей. Спасибо. Так. Рюмочку. Ну что, днем рождения. С именинницей. С именинницей. Спасибо. Ура. Спасибо. Слушайте, у меня же там горячее. Я пойду сейчас достану. Ой. А мы пока выпьем? А, ну давай выпьем. Давай. За борта не заплывай.
дайте место, место, место мне дайте. Смотрите, красота какая. Поддич надо выпить. Ну-ка, давай рюмочку. Вау, ребятки, у меня есть тост. За ваш изумительный дом. И за ваш прекрасный брак, ребята. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо, дорогие. Да, спасибо. Так, уточка, уточка. Я шампанского еще принесу. О, шампанское — это хорошо. Да. Ты бы хотя бы чередовал, там, закусил бы, выпил. Сейчас. Извините. Алло? Алло, Марина, привет. Ну, это Света. Я не слышу, кто? Ну, сестра твоя, помнишь, мы виделись, когда отца хоронили. Ты мне этот номер дала. Я немного занята сейчас. Марин, я просто у вас тут на вокзале, а мне идти некуда. А зачем ты приехала? Ну, мне с ребенком в больницу нужно, и можно, пожалуйста, у тебя переночевать? Марин, ну где ты там? Давай, без именинницы не наливают. Что такое, ел? Шампанское. Алло, Марин, так что, можно приехать? Перезвони мне через 2 минуты. Ага, хорошо. Ну, чего ты гостям не наливаешь? Наливай. А я за десертом схожу. Давай. Наливай. Подожди, сейчас. Да. Алло, Марин. Так что, мне можно приехать? Ты запомнишь адрес? Коттеджный поселок Полянка, улица Весенняя, дом 10. Бери такси, приезжай. Это пригород? Нет, наверное, это далеко, у меня денег на такси нет. Я заплачу за такси. Спасибо тебе, сестренка. До встречи. Пойдем. Спасибо огромное, что пришли. Ну что ты, Мариш, тебе спасибо, что пригласила. Спасибо тебе, Мариш. Марин, с днем рождения. Мариш, в каждой избушке свои погремушки. Счастливо. Тихо там. Подожди, подожди. Нам надо с тобой кое-что обсудить. Да, ты права. Нам действительно нужно с тобой поговорить. Я не хотела при гостях. Короче, сегодня к нам приезжает моя сестра. А я кто? Моя сестра. Дочь моего отца от второго брака. Ну, я ее один раз в жизни видела. Ну, помнишь, я тебе рассказывала, ну. А, и ты пригласила ее? Ну, ей больше некуда идти. А что ей нужно? Небось, денег? Ну, я не думаю, она вроде бы с ребенком. Ну, просто ей хотя бы до завтра у нас побыть и... Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ладно. Только не впутывай меня. Я к себе в кабинет. Чего себе? Это правда твое все? Пойдем. Туда. Ага, ничего себе! Класс! Ну ты устроилась.
Одна комната больше, чем вся моя квартира. Класс. Слушай, а можно я поем? Поешь, конечно. А сколько ему? Это девочка. 2 месяца. Как ее зовут? Соня. Отец есть? Ну, конечно, есть. Только не знаю, кто он. Ну, что ты так смотришь? Ну, было дело по случайному залету. Ну, теперь думай, кто он. Да я бы аборт сделала, если бы время вовремя не упустила. Дура. Все равно ее кормить и растить не на что. У нас в городе даже кассиром не устроишься. Ты сказала, что вы приехали в больницу. Что-то серьезное? Нет. Ну, обследование сделали. А куда направили? Я не знаю. Ну, там бумажка, все записано. А где вообще жить планируешь? Вроде обещали палату специальную для матери и ребенка. Слушай, я так устала. Ладно. Утро вечера мудренее. Давай я тебя постелю сейчас в гостевой комнате. Хорошо? Приходи. Нет, еще не поговорил. Но все-таки у нее сегодня день рождения. Дай мне время до завтра. Я люблю тебя. И ребенка тоже. Все, целую. Извини. Слушай, а Свету с ребенком положил в гостевой комнате. Хорошо. Но уже поздно, пошли спать. Ты иди ложись, я чуть позже приду. Доброе утро. Доброе. Ты спал сегодня в кабинете. Ты вообще меня избегаешь в последнее время. На работе задерживаюсь. Что происходит? Я полюбил другую. Она беременная. Мы ждем ребенка. И давно ты с ней? Какая разница? Про ребенка узнал вчера, если это так важно. Спасибо, не испортил мой праздник. Слушай, не начинай. То есть тебе не интересны мои чувства? А тебе мои? Мариш, мне уже 40 лет. У всех нормальных людей уже взрослые дети. А что у нас? Вот что у нас с тобой? Ты можешь меня упрекать в том, что у нас нет детей. Ты же знаешь, как я лечилась, как я ходила по врачам, ты все знаешь. Марин, у меня будет сын. И я, наконец, буду счастлив. Расскажи ты своей сестре, чтобы это прекратилось. Она что, сбежала? У нее телефона-то нет, она мне из автомата звонила. И я... А, вот. А, ладно, я в офис.
Надеюсь, к вечеру ты разберешься с ребенком. Мой ребенок. Давай разбираться. А? Девочка, 2,5 месяца. Моя знакомая сказала, что ее зовут Соня. Это не имеет значения. Все, что нужно для акта, это возраст, пол и обстоятельства подкидывания. Я правильно поняла? Случайная знакомая просто оставила ребенка у вас в доме. Я покормила ее перед отъездом. Да вы не волнуйтесь. Они у нас тут не голодают. Все, от меня больше ничего не нужно. Ничего не нужно, можете идти. Спасибо. Что-то забыли? Да, я забыла. Если честно, я забыла ребенка, я вам соврала. Это никакой не чужой ребенок, это моя племянница. Я... Ну, вы хоть понимаете, что это ребенок? Это не модная сумочка. Если вы хотите оставить ее себе на законных основаниях, вам придется собрать уйму документов. Я все для этого сделаю, я ее не брошу. По закону? Если в течение полугода биологическая мать не заявит права на эту девочку, вы можете ее удочерить. Я могу Соню забрать. Вы хорошо подумали? Да. Ты не придумала ничего лучше, как оставить ребенка тут. Тише. Она моя племянница. Но она может стать тебе обузой. Я решила, в детдом я ее не отдам. Марин, я сейчас развиваю бизнес, и мне нужны деньги. Ну, давай продадим этот дом. Он мне очень важен, дорог. Мне будет тяжело это сделать. Ну, давай, нам обоим нужны деньги. Ну, я не могу его продать. Он заложен. В смысле заложен? Ну, ты же помнишь, этот дом оформлен на мою маму? Я просто, ну, решил не ставить тебя в известность. Я понимаю. Ничего мне не светит после развода. Извини-ка. Ну, ты же помнишь, что я продала свою квартиру и вложилась в этот дом? Помнишь? Ну как, ничего не светит? Я готов купить тебе небольшую квартиру и оставить определенную сумму наличными. Я уеду на несколько дней. Ты можешь пока пожить здесь, ребенком, если ты решила оставить. Ну, пока я не решу квартирный вопрос. Пойду вещи соберу. Thank you.
Так, справка об отсутствии задолженности есть. Справка об отсутствии судимости. Ну, там, внутри. Угу. Да, вот она. Акт об откидывании. А где еще одна печать? Какая? Слушайте, вы издеваетесь, что ли, а? Я уже неделю хожу по кабинетам. Ребенка подкинули, акт составили. Слушайте, что я еще должна сделать, чтобы выдали заключение? Ну, смотрите, тут только одна печать круглая, нужна вторая квадратная. И вообще не волнуйтесь, вот так. Я все равно не могу выдать вам заключение ввиду некомплекта документов. Вам нужна еще справка с места работы с указанием должности и заработной платы. Ну, мне кажется, она понадобится только в суде. Девушка, суд рассматривает документы заявителя только при наличии заключения, которое мы выдаем, исключительно по факту предоставления полного комплекта документов. Понятно. А где получить эту квадратную печать? Идите к Шаталиной. Ну, а куда к Шаталиной? Шаталина, Наталья Игоревна, 102-й кабинет. Поняла, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Алла. Слушайте, я вас сразу предупреждаю, никуда не уйду без печати. Не кричите. Какая печать? Квадратную. Здесь нужно на акте подкидывания. Ставьте. Да. Устроили мне квест. То им квадратную, то им какую-то круглую, то еще треугольную надо еще. Ставьте. Мариш, ты... Вот эта встреча! Господи, ты совсем не изменилась. Даже голос такой же. Натаха. Ой, а ты вот тут вот? Да, да. Уже 15-й год. Подожди, тебе же в классе прочили научную карьеру. Ну, я поняла, что наука — это не мое. Слишком долго надо ждать результат. А, слушай, если ты такая быстрая, скажи мне, почему я неделю, как совраска, я бегаю с этими бумажками, и у меня... Так. Это есть. Слушай, так ты... Ты решила усыновить? Слушай, а у меня не будет вот проблем с этими закорючками, вот, а? Вот мой рабочий и мобильные телефоны. Звони, если проблемы будут. Мариш, такая... Спасибо тебе, спасибо. Нет, совсем не очень. А поговорим. Нет времени. Мария. Целую, целую, люблю, пока. Увидимся. Я дома! Привет, милый. А почему меня никто не встречает? Поцелуй? Я занята. А мы что, куда-то собираемся? Да, в твой прекрасный загородный дом, в котором сейчас наслаждается жизнью твоя жена, пока мы ютимся друг у друга на голове. Но ей пока некуда переезжать. А я не могу и не хочу больше ждать. У нас семья, нас почти трое. Она одна сидит в хоромах. Я должен подобрать ей квартиру. Вот, но пока то, что я видел, думаю, ее не устроит. Ну, меня тоже не устраивает жить в городе и дышать этим смрадом. Нам с малышом нужен свежий воздух, нужен простор. Понимаешь? Ну, да, ты права. Тогда переезжаем. Марин, привет. Я квартиру нашел. Ты не могла бы завтра посмотреть. Раз вас все устраивает, то мы можем приступить к работам по закладке фундамента. А как быть с прудом?
Пруд, я не вижу никаких проблем. Голые стены? Ты сам-то видел это, с позволения сказать, жилье? Знаете, я хотел бы, чтобы пруд остался, ведь это мне очень дорого, если... Вадим, ты профи. Ты понимаешь, что такое квартира на нулевом цикле. Ты знаешь, сколько средств нужно вложить, сколько нужно денег, времени. Марина, да. Ты что, не видишь? Я с человеком разговариваю. Подождите, пожалуйста, у нас в коридоре. Что себе позволяю? Ну, мы разводимся, понимаете, делим совместно нажитое. Пожалуйста, простите. Я понял. Да, извините, я подожду в коридоре. Извините, пожалуйста, я сейчас все уложу, и мы вернемся к нашему проекту. Ты что, совсем совесть потерял? Это ты ее потерял. Ты от меня хочешь откупиться этой коробкой, понимаешь? Я 2 часа потратил на то, чтобы приехать посмотреть на голые стены. Я оставила ребенка с соседкой. Все, что могу. Да? Да. Тебе придется согласиться на эту коробку, если не хочешь остаться на улице. Я завтра перевожу Вику в дом. Ух ты. Интересно, как. А что по поводу денег? Мне придется снимать квартиру? Мне нужны будут наличные? Да, кстати, по поводу денег. Та сумма, о которой мы договаривались, она немножечко изменилась. Немножечко. Да, я даю тебе одну половину, а вторую ты забираешь у своей подруги Тани. Если не ошибаюсь, она уже 5 месяцев отдает. Прямо вот так? Вот так? О, да. Конечно, правы люди, правы. Какие люди? Ну, те, которые вот придумали пословицу. Хочешь узнать своего мужа, разведись с ним. Знаете, вам нельзя начинать закладку фундамента. В смысле? Надо сначала пруд осушить на участке. Да, но я хотел, чтобы пруд... Это невозможно. А Вадим... Вадим не прав. Пруд будет подтапливать фундамент, понимаете? Все, идите, хозяин, кабинет свободен, идите. Спасибо. Пересчитай. Ну зачем ты так? Ты потребовала вернуть тебе долг. Я хочу, чтобы ты убедилась, что я вернула тебе все до копеечки. Ты же знаешь, я никогда бы не попросила тебя вернуть деньги, если бы не обстоятельства. Знаешь, я бы не унижалась перед тобой и не просила бы у тебя взаймы, если бы не обстоятельства. Мне казалось, что мы подруги. Ой, только не нужно строить из себя страдалицу. Ты думаешь, тебе одной муж изменил? Да мужики все изменяют. Мне мой Ромка не раз рога наставлял. Ну чё, семью я сохранила. Ты молодец. Да уж, не то что некоторые. И в 40 лет одна не останусь. И не думай, что я стану тебя жалеть. Теперь поймешь, каково это — жить как все. Жить. По крайней мере, есть и шторы на окнах, и вон шкаф какой. Ой, моя дорогая. Кто-то. Мы обязательно перешагнем этот мотоцикл. Та-та-та-та. Все у нас с тобой будет хорошо. Все. Не плачь. Не плачь, я на эту работу. Все с тобой будет хорошо. У тебя здесь гораздо уютнее, чем у меня. Даже не знаю, что бы я делала, если бы я тебя не встретила. Да ладно, справилась бы как-нибудь. Ну. Нет, не замужем. Угу. И детей нет своих. Зато чужими занимаюсь. Вот, собственно, на них все силы и уходят. А я, слушай, поступила в институт. Да. Встретила Вадьку. Влюбилась! Ой! Он меня замуж позвал. В общем, там такое завертелось. Шу, Мариш, Ада, Сонечка. Ада, да. Да я все понимаю. Школьная дружба, она недолговечная.
пути разошлись, дружба закончилась, да? Засиделась я, домой пора. Мне еще документов вычитывать. Вагон. Подожди. Ну что? Скажи, как ты думаешь, у меня получится? Ты про работу. Да нет. За работу я не волнуюсь, я архитектор. Я переживаю, у меня получится стать мамой. А у тебя есть выбор? Нет. Кстати, рекомендую немедленно озаботиться выбором няни. Да-да-да. Хорошую няню найти сложнее, чем хорошую работу. А ты знаешь, я думала, это несколько преждевременно, но... Ну да, наверное, стоит начать искать няню. Ты когда оформишься на работу, набери меня сразу. Договоримся о встрече и просмотрим все документы, прежде чем отдавать их комиссии по усыновлению. Поняла? Угу. Так, ну все, дорогая, я побежала. Подожди. Ну что еще? Я так тебе благодарна. Ты совершенно не обязана мне помогать. Мариш, ну я же помогаю тебе не потому, что мы когда-то дружили. Девочке нужна мать. И чем скорее ты ее станешь на законных основаниях, тем лучше для Сонечки. Спасибо. Так вы, получается, 20 лет не работали по 18. Профессии. Mm-mm. Ну, иными словами, без опыта работы. Ну, я какое-то время помогала своему мужу, он у меня тоже архитектор. Да, а как фамилия вашего мужа? Хаиров Вадим, там все есть. А, так я знаю его. Мы с ним даже встречались пару раз на выставках. Мариночка, познакомьтесь, это мой зам Юрий Столяров. Девушка хочет у нас работать. Девушка? Mm. Сколько лет девушке? 40. 40. Я без опыта работы, но у меня есть диплом. А что заставило вас думать, что вы нам подойдете? Надежда. Надежда. Знаете, мне очень нужна работа, и, честно говоря, мне уже все отказали. И... Одни основания. Возраст, отсутствие опыта, но есть же какой-то испытательный срок, я могу. Простите. Погодите, Марина, погодите. Если вам и правда везде отказали, как вы говорите, я готов вам дать что-то, ну, что-то вроде тестового задания. Вот справитесь, я беру вас. А задание такое. Спроектировать дом капризному заказчику. С серьезными запросами, но со средними финансовыми возможностями. Предупреждаю сразу, на этом проекте погорели уже 3 архитектора. Хитрый заказчик. За 3 копейки хочет канарейку. Вот здесь вот все данные. Завтра в 10 утра на летучке. С черновым вариантом проекта. Спасибо. До завтра. Ты добреньким решил побыть. Ну зачем она нам нужна? Ну а вдруг у нее получится? Ну я не верю в чудеса. Посмотри бумаги. Это срочно. К сожалению, да. Там отчет и завтра в налоговую сдавать. Ненавижу эти бумажки. Ну ты же генеральный директор, без твоей подписи никак. Вот был бы я генеральным, тебе бы не пришлось вникать во всю эту бумажную волокиту. Я бы занимался финансовым делопроизводством, а ты исключительно творчеством. Ты как думаешь, получится у Маринки? Thank you.
Пойдем полетим скорее. Вот скорее. Вот так. Пойдем. Пойдем, солнце, пойдем. Тук-тук-тук. Ой. Ти-ти-ти-ти-ти. Можно? Время начала 12-го. Ой, простите, я опоздала. Так вы еще и мама? Ой, мама, я без опыта, поэтому опоздала. Опоздание я не потерплю ни от кого. Ну уж я приехала, может, посмотрите мой проект. А? Пожалуйста, мне кажется, я знаю, на чем можно сделать упор. Вот смотрите. Так, та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас, секундочку, простите. Вот так. Смотрите, существенно сэкономить бюджет нам поможет мелко заглубленный фундамент, видите? Так. Вот. И он вполне сойдет для каменной постройки небольших габаритов. Мне кажется, даже самый капризный заказчик будет доволен. Дешево, красиво, быстро. Хорошо, оставляйте свой проект. Угу. Я вам сегодня перезвоню. Правда? Спасибо, я соберу. Нет. Все, все. Простите. Ой. До свидания. Всего доброго. Ох. Алло. Марин, ну я недоволен вами. То, что вы молодая мама, не дает вам права игнорировать установленные в моем офисе правила. Вы должны планировать свое время, если рассчитываете работать у меня в бюро. Так вы меня берете на работу? Разумеется. Да клиент пришел в восторг от вашего проекта. Завтра приходите. Будем оформляться. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Спасибо. Спасибо. Алло, Наташ, ну меня взяли на работу. Ну как ты, подруга, счастлива? Ой. Слушай, у меня там припрятано шампанское, может, немного отметим? А? Да нет, я же за рулем. Да и вставать завтра не свет, не зря. С инспекцией в детский дом поедем. А скажи, а как продвигаются поиски няни? Завтра приходят две соискательницы. И? Не знаю, я тебе так благодарна. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Мне нужна благодарность. Постарайся сделать счастливой одну конкретную маленькую девочку. Да, бяка. Ой, бяка, какая бяка. Все это скоро отмоется. Мы с тобой переедем. Да? Красота? Красота? Чаек. Приятного аппетита. Спасибо. Милая, а ты не забыл мне денежку на карточку положить? Это что-то смс не пришло. Я же еще вчера вечером говорил, что переслал, но не знаю, смс может запаздывает. Может. А что ты читаешь? Ну так, по работе. Ясно. О. Наверное, это оно. Да. Ты, спасибо. Может, Пашку разбуди, уже завтракать пора. Да пусть поспит немного. О, мне уже пора. Послушай его за меня. Хорошо, а меня кто поцелует? Так. Хорошего дня. Спасибо. Люблю тебя. Пока. Пока.
Алло? Есть кто живой-то, а? Ой, ты мой маленький. Привет. Привет. Где хозяин? Ау. Ау. О! Здравствуйте. Здрасте. В прошлый раз забыл спросить ваше имя. Меня зовут Андрей. А, не доверились моему совету, Марина. Так вот, поверил вашему Вадиму. Залил фундамент, меня стало подтапливать. Вот сейчас с адвокатом решаем, как бы нам вернуть наши деньги. Так что вся надежда на вашего Зарубина. Я надеюсь, он мне прислал высококлассного специалиста. Комплименты оставьте на потом. Так, покажите мне участок, мне нужно понять масштаб катастрофы, понимаете? А если вам так важно, мы можем все восстановить заново, чтобы нам не подтапливало вот здесь вот фундамент. Знаете что? Я предлагаю встретиться сегодня вечером и обсудить все. Я знаю одно чудесное место. Нет, если вам не нравится слово «свидание», вы можете считать, что мы с вами будем беседовать о технологии восстановления искусственного пруда. Куда за вами заехать? Маринка, привет! Слушай, еле нашла тебя. Я заезжала туда, где ты жила раньше, так мне твой Вадим сказал, что... А ты что здесь делаешь? Я за дочкой своей приехала. Маринка, привет! Слушай, еле нашла тебя. Я заезжала туда, где ты жила раньше, так мне твой Вадим сказал, что... А ты что здесь делаешь? Я за дочкой своей приехала. А у тебя есть дочка? Ну, может быть, ты мне разрешишь сначала все объяснить? Ну, давай не здесь. Пошли в квартиру, поговорим. Капризничала за обедом. Угу. Но заснула быстро. Ну, хорошо. Вы нам сегодня больше не нужны. Спасибо. Да? До свидания. Давай отдыхать, отдыхать. Ну да, квартира хоть и не та, что раньше. Че, муж из дома выгнал? Да ладно, я шучу. А ты няню нанимаешь? Много работаешь? Да, много. У Сонечки режим. А я теперь тоже работаю. Да, и с мамой помирилась. Так что она теперь поможет мне воспитывать Сонечку. А 2 года назад она не хотела? Я просто испугалась, что не справлюсь. Ну и потом увидела твой богатый дом и поняла, что Сонечке будет лучше у тебя. Если честно, я не знаю, совесть замучила. Прости меня, сестренка. Какая тебе сестренка? Я тебя вижу в 3-й раз в жизни. Надеюсь, последний. Я же хочу все исправить.
Да что ты? А тебе кажется, так можно, да? Потупить глазки, и все наладится? Нет, конечно, я понимаю, что очень многое должно буду сделать для Сонечки. Я денег скопила. Денег скопила? Мамочка захотела стать. А помнишь, как ты мне про аборт рассказывала? Я просто глупая была. Ну, послушай, Соня моя дочь. Чаю попей. Хорошо видишь. Читать умеешь? Соня моя дочь. Моя. По закону. Ты к ней никакого отношения не имеешь. Телефона, если передумаешь, звони. Привет, Маришка. Ну, если дочка приболела, конечно, завтра можешь попозже приехать. Пусть выздоравливает. Я сейчас на объект уеду. Да, ты вопрос с арендой уладил? Насколько я помню, нам через несколько дней договор продлить надо. Не волнуйся, все сделаю как надо. Ладно, раз ты у нас теперь генеральный директор, тебе и карты в руки. Да-да, я бегу-бегу, если что, я на связи. Да. Привет. Привет. Как твой день? Паршиво. Чего? Потеряли двух клиентов. Ходят слухи, что мы завалили проект с прудом на участке, помнишь? Угу, печалька. Ну, не переживай, найдешь новых клиентов. Чем мы занимались сегодня? Здорово. Мы прогулялись по торговому центру, зашли в магазины, затарились, посидели в ресторанчике, мороженое съели. Купила новый парфюм? Да нет, просто понюхала пару новых ароматов и все. Рисковатый. Не женский. Именно поэтому я его не купила. Ладно, пойду готовить ужин. А что, ты еще не приготовила его? Нет, прости, не успела. А вы давно приехали? Пару часов назад, просто я себя как-то неважно чувствовала, поэтому ничего не успела сделать. Привет, Павлушка. Ну что, с мамой мороженое ели сегодня? Нет. А если честно? Нет. Пошли. Ну еще?
Никаких высыпаний на коже не проявлялось? Нет. Ну что с ним? Симптомы, похожие на грипп, однозначно госпитализировать. Марин, привет. А что случилось? У меня ребенок заболел. Наверное, грипп. Мы поехали в больницу. Помочь чем-то? Нет. Давай я вас отвезу. Нет, мне скоро. Спасибо. Прости. Вадим, я устала сегодня. Устала чего? По магазинам ходить? Ну, что там грубо? Ну, ты же который месяц вот так устаешь по вечерам. Просто мы женщины немножко по-другому устроены. Может, ты не будешь в телефоне сидеть, когда со мной разговариваешь? Я буду спать в детской. Послушайте, а вы что, не уехали еще домой? А надо уже. Вы думаете, мы уже диагноз поставили? Нет, только анализы сделали. Слушайте, езжайте домой и хорошенько выспитесь. Это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Да, я поняла. Я буду сегодня поздно. Надо заехать на обед. Ок. Знаешь, я вчера вел себя не лучшим образом. Хорошо, что ты понял. Я постараюсь больше не совершать таких ошибок. Хорошего дня. Спасибо. Пока. Аутоиммунное заболевание крови? Боюсь, что нужна будет срочная операция по пересадке костного мозга. И, к сожалению, в нашей больнице таких операций не делают. Соберитесь, пожалуйста. Вам нужно срочно перевозить девочку в центр детской гематологии. Если они подтвердят, что у них есть свободное место. Сейчас идите в 102-й кабинет. Будете сдавать анализы на предмет донорской совместимости. Ну что, Павлуш, поехали на прогулку, да? Обувайся.
Обувайся, молодец. Алло, привет. Ну что, ты сегодня свободен? Ой, на работе допоздна. Ну что ты, какой развод. Он так долго хотел сына, а мы с тобой его ему подарили. До встречи на нашем месте. Целую тебя. Поехали. Молодец, ты уже обулся. Какой ты чемпион. Добрый день. Я бы хотел сделать тест ДНК на отцовство. Да, и кресло это уберите, оно мне никогда не нравилось. А что здесь происходит? Я делаю перестановку. В моем кабинете? В твоем? Это мой кабинет. С того момента, как я стал генеральным директором, я переподписал договор на аренду этого помещения. Юр, ты это серьезно? Не ожидал от тебя такой подлянки. Ты что же, ты долго готовился, план составил? Освободите помещение, мешаете работать. Что, думаешь, сам справишься? Ты же ни черта в архитектуре не понимаешь. Троечник. Из головы отсюда, пока полицию не вызвал. Алло, Марин, а что-то срочно? Мариночка, кстати, скажи ей, что больше не приходила. Я сам займусь ее проектом. Держи. Послушайте, Марина, тут такое дело. Простите, я ничего сделать не могу. Мне жаль. Какой же ты гад, Юра. Воистину, бедный родственничек. Ребят! Ребята! Проводите этого господина. Он здесь больше не нужен. Ну вот. Ой, нет у меня знакомых в ЦДГ. Доктор, не переживай, что-нибудь придумаем. Плохие новости. Результаты готовы. Несмотря на родство, вы не подходите в качестве донора. Значит, нужно искать стороннего донора? Стороннего донора искать займет время. А время в данном случае работает против девочки. Это не все новости. В ЦДГ в данный момент нет свободных мест. Господи. Ну, а если донор найдется? Это не решит проблему с койками в ЦДГ, но в любом случае это лучше, чем если донора вообще не будет. Извините. Доктор, минуточку. Извините, пожалуйста. Андрей. Ну, если честно, все плохо. Держите. Что это? Пейте, пейте. Это отвар шиповника, он придаст вам сил. Спасибо. Первый раз в жизни я не знаю, что мне делать. Зато я знаю. Завтра с утра пораньше я позвоню своему приятелю и попрошу его, чтобы он устроил вас с девочкой в ЦДК. Спасибо. Никогда не плакала на людях. Простите. Бывает. Вам больно, вы не стесняйтесь этого. А теперь я отвезу вас домой.
и не спорьте со мной. Скажу откровенно, свободных коек у нас почти не бывает. Их просто гораздо меньше, чем больных детей. Но вам повезло, что за вас попросил такой уважаемый человек, уже много лет помогающий нашему центру. Но вы должны понять, что мы не боги. Главное сейчас для вас — это найти донора. Знаете, мне кажется, я его уже нашла. А, сейчас. Алло, алло. Ты подъехала? Я сейчас спущусь. Ну-ну-ну. Закрасим. Сонечка, привет. Привет. Как дела? Ничего, слабенькая. Много спит. Меня на нервы понаделали, я и названий таких не знаю. Малыш. Привет. Привет. Сонечка. Вот, только-только освободилась. Ага. Какие новости? Ну, ждем, что анализы скажут мои. Наташ, это Света. Это моя сестра и родная мама Сонечки. Будь приятно. Что? На мне узоры растут? Узоров на тебе нет. Скорее, перья, как у всех кукушек. Ясно. Нотации будете читать. Ты что здесь делаешь? Наташа, я специально пригласила Свету. Мы ждем результатов на предмет совместимости с Сонечкой. Вообще-то я приехала за тобой. Но тебе надо отдохнуть. Марина, правда, езжай. Я с Сонечкой посижу. Марина, ты уверена, что ее можно оставить? А? Если что, звони. Обязательно. Малышка. Иди. Пойдем. Что? Ситуация с донором безвыходная, раз она здесь? Она все согласна, лишь бы Сонечка поправилась, прости. Алло, алло, да, Андрей? Слушайте, я вас даже не поблагодарила за Соню. Увидеться? Ну, давайте. Ну, какое увидеться? Тебе поспать бы. А, высплюсь. Можно хорошему человеку сказать спасибо за то, что устроил Сонечку сюда. Ну, решать тебе. Я не знал, что вы предпочитаете, поэтому взял всего по чуть-чуть. Оказывается, я голодная. Это очень хорошо. Спасибо. Это значит, все системы организма в норме. Послушайте, может, вам еще какая-то помощь нужна? Ну, там, материальная? Нет. Все упирается в донора, а не в деньги. И у меня последняя надежда на маму. Родную маму Сонечки. С ней проблем не будет? Ну, я ее позвала, она приехала. Вы о моем проекте даже не думайте. Я ждал 2 года, подожду еще. Знаете, меня уволили. Как уволили? Почему? Так уволили. Долгая история. Родственник начальника, он хитростью завладел офисом и
Я ему не очень нравилась. Поэтому уволили. Нет, я работаю только с вами. Да? Точка. Да, если этот родственник мне позвонит, я укажу ему правильное направление. Так, у меня же где-то здесь десерт. Приехали домой, и папа нас встречает. Привет. А это что? Это чемоданы. Чемоданы с твоими вещами и вещами Павлика. Какими вещами? Ты чего? Павлик, иди в дом. Сейчас мама придет к тебе. Иди, малыш, поиграйся. Мама сейчас будет. Что происходит? Да ничего. Я все знаю. Павлик не мой сын. Адвокат наберет и скажет насчет развода. Ты же любишь Павлика, ты растил его как своего сына. Прости, ну, пожалуйста, но я тебя очень прошу, ну, прости, Вадим. Ну, я думаю, что любовник расстроится из-за того, что элементы не выгорят. А знаешь, он намного больше и лучше в 100 раз мужик, чем ты. Ты что, думаешь, нам некуда идти? Я тебя никогда не любила. Я была с тобой только из-за твоих денег, просто чтобы жить хорошо. Машину можешь забрать. Убирайся отсюда. Ненавижу тебя. Ненавижу. Павлуш, идем. Пойдем с мамой. Идем, малыш. Пойдем. Павлуша, скажи папе пока. Папа, пока. Пока, Павлик. Сонечка, тихо. Ну. Тихо. Ну, давай ее сюда. Я ничего не сделала. Прости, пожалуйста. Все. Ну, все. Да, Вадим, да. Не вовремя. У меня ребенок болеет. Все, пока. Муж и муж? Обилась игрушка. Ладно, все, я на связи. Ты куда? В гостиницу. Ты на чем? Ничего. Никто мне давно не делал завтрак, а нож. Да. Вот, спасибо. Вкусно? Ты вообще не думай, я не без рук, я готовить умею. А борщ? Какой у меня вкусный борщ. Отец, между прочим, любил мой борщ. Да.
Я поняла. Полная совместимость, ты идеальный донор. Профессор назначил дату операции. Мы закончили. Угу. Насколько успешно, покажут в ближайшие 2 дня. Угу. А можно к ней? Чуть позже. Она сейчас спит. Но дыхание ровное, состояние стабильно тяжелое. А Света как? Света бодро. Бодро. Не волнуйтесь, они у вас... Поехали, поехали. Они у вас большие, умнички. Поехали, поехали. Спасибо. Спасибо. Ну, как все прошло? Ну, говорят, состояние стабильно тяжелое. Спасибо за фрукты, но Сонечке сейчас нельзя. А это для тебя. И более того, ты должна съесть все. И не спорь со мной. Ты мне фрукты принесла? Это тебе и Сонечке. Это передал очень хороший человек. Да, алло. О, я очень рада, да. Мне приехать? Ну, езжай, конечно. Мы справимся. Говорится, в тесноте, да не в обиде. Главное, чтобы старые клиенты с нами остались. А офис дело наживное. Да. Один клиент точно с нами. Ну, я про Андрея. Сможешь довести его дело до конца? Ну что, возьмешься? Садись. Мне главное, чтобы Сонечка вышла из кризиса. Мариночка, я очень на тебя рассчитываю. Верю, что твоя дочка поправится. Спасибо. Да ты не единственная, кого Столяров уволил. Он, похоже, собирается вдвоем со своей протеже все проекты делать. Хм. Ну, значит, скоро от него побегут клиенты. Ну, хорошо бы к нам. Я буду ждать твоего звонка. Спасибо за доверие. Да, мне тут Вадим звонил. Вадим? Я сам удивился. Спрашивал, как у тебя дела, но я не стал вдаваться в подробности. Спасибо. Так. Ну, смотри, вот это неправильно. Вот сюда вот мы будем вставлять трубу. Тут пойдет у нас. Здрасте. Марину ищете? Марина не знает, что я здесь. Тогда что вы хотите? Вопрос в том, чего хочешь ты. Ну, я хочу, чтобы мутить перестала. Перестань кривляться. Прекрасно понимаешь, о чем я. Что ты потребовала от Марины в обмен на свое донорство? Чтобы она отказалась от Сони, да? Чего такое говорить? Я что, зверь какой-то? Я все сделала по доброй воле. Я правда хочу, чтобы Сонечка поправилась. Я же мать ей все-таки. Да какая ты мать? Я в опеке 15 лет работаю. Знаешь, сколько повидала таких матерей, как ты? Ты котеночка воспитать попробуй. Не факт, что справишься. Марина растила Соню 2 года, пока ты шлялась неизвестно где. Пойми, твое донорство — это не геройство, это норма. Они сейчас счастливы без тебя. А ты сейчас хочешь эгоистично разрушить их счастье. Подумай над моими словами. Thank you.
Марин. Что тут делаешь? Я узнал, что твоя девочка лечится здесь. Ну а что мне делать, если ты отказываешься со мной говорить? Я бы мог помочь тебе, если надо. Ты уже помог 2 года назад. Да, я повел себя как сволочь. Марина, я развожусь с Викой. Бывает. Марин. Сейчас без работы. Иди ко мне работать. У меня есть новая работа. Я предложу условия лучше. А мне ничего тебе не надо. Знаю, я поступил как дурак. Все потерял. Слушай, ты молодой мужчина, у тебя все будет хорошо, у тебя будут еще дети. Прости. Да, Свет. Что случилось? Извини. Да. Проснулась, сейчас раздавать тебе звонить. Я почему не снимаю? Мороженое, лапочка. Мороженое будет. Доктор, она хочет мороженого, ей можно? Так, пожалуйста, все, освободите палату. Пожалуйста, все. Ну что, солнышко, как мы здесь, а? А кто это? Мороженый муж. Что здесь делают? Давай за мороженым зашли. Здрасте. Здрасте. А вы загоните за мороженым? Нам очень надо. Хорошо. Спасибо. Я скоро. Ну вот. Андрей. Да, Сонечка пришла в себя. Да. Так, дамы. Нам, конечно, нужен еще детальный осмотр. Заново все анализы. Но, судя по всему, девочка идет на поправку. Спасибо. А можно ее увидеть? Только без мороженого. А вы должны быть в палате. Угу. Пожалуйста. Да, сейчас пойду. Все, извините. Все, что внизу было. Эй, оказывается, нельзя мороженого. Зря мы вас гоняли. Ну, тогда, может, вы будете? А знаете, давайте я персонал раздам. Спасибо. Я к дочке. Марин, что доктор сказал? Она идет на поправку. Да, я рад. Я очень рад за тебя. Да-да-да-да-да, куда-то, не надо. Прости. А может, съездим в ресторан весь день впроголодь? Вот сам и едь. А я к дочке. Мне сказали еще неделю здесь загорать. Маме позвонила? Да, она в курсе. Еще неделю. Угу. Слушай, а что это был за мужик? Ой, бывший муж. Нет, нет, это другой. Он тебя увидел и вылетел как ошпаренный. Хороший мужчина. Угу. Раз хороший мужчина, смотри, сестренка, клювом не щелкай. Хороший мужчина на дороге валяется. Послушай, ты не приходи ко мне больше. Я решила, что уеду и больше вас с Сонечкой не побеспокою.
Ну, что так смотришь? Мы же обе знаем, что Соня будет лучше у тебя. А мне, правда, нужно сначала котенка вырастить. Я провожу тебя на вокзале. Нет, уходи сейчас. Пожалуйста, уходи. Ну? Ну, уходи. Марина, я хочу сказать, что ты должна мне дать последний шанс. Да не надо. Марина. Удачи тебе. Марина. Решили, какой кирпич будем использовать. А это не важно. Как там Соня? Получше. Хотелось бы выпить за разорившегося Столярова, но не буду. Есть повод куда достойнее. За возвращение в родные пенаты. Вот. Ура. А теперь, Андрей, выпьем за ваш фундамент. И пусть его ничто и никогда не затопит. И за скорейший переезд. Сколько можно жить в бытовке? Да, нулевой цикл – это всегда непросто, но за ваш дом я спокоен. Добрый день. А мне кажется, это наш... Ой, прости. Будущий клиент. Еще не предупредила, что новоселье. Я бы не приехала с пустыми руками. А, так это не новоселье, это скорее торжество справедливости. А чем мы можем вам помочь? Спасибо. Очень нужен проект детской площадки для одного подшефного детского дома. Чтобы такой хороший проект. Понимаете, это же дети. Конечно, понимаем. Ну что, я вас больше не задерживаю. Пожалуйста. Что без опоздания. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Знаете, я тут подумал, я вашим проектом сам займусь. О, вы не слишком дорого берете? Ну что вы. Вам я сделаю 100% скидку. О, прошу вас. Спасибо. Александр. Наталья. Это вам бутерброды в дорогу. А, спасибо. Держи. Соня, держи яблочко. Что надо сказать? Спасибо. Держи. Все, буду по вам скучать. Мы быстро. Так. Давай вещи. Ага. Держи. Так, это сюда. Ага, помогай. Пошли. Да, пожалуй, провожу вас. Привет. Приехали проверить, как ты живешь. Привет. Слушай, что мы тебе привезли? Котенок. Ой, какой хороший. Как назовешь? Не знаю. Может быть, Барсик? Заезжено. Да, Мурзик. Давай Мусик. Мусик. Тоже хорошо. Малыш. Привет.
Вы, наверное, голодные, да? Голодные, да. Пойдемте, я вас накормлю. У меня есть очень вкусный борщ. Слушай, я 100 лет не ел борща. Пойдем?